дорогие друзья, сегодня в этом видео я расскажу о 6 причинах, почему стоит купить именно iPhone 11 вместо iPhone XR. Внешне на передней части iPhone 11 выглядит точно так же, как iPhone XR. Единственная перфорация динамика у него стала чуть меньше. Но это не влияет никак на внешний вид. Боковые грани стали чуть другого цвета, цвет стал более серый. Не знаю почему с коробки у меня появилась вот такая царапина. Хотя я всегда телефон носил аккуратно, тот же iPhone XR, я пользовался им более 3 месяца, и не было ни одной царапины. А эту царапину я обнаружил практически сразу. Не знаю, откуда она появилась, мне кажется, с коробки была. Но я, в принципе, в самом начале распаковки не обратил внимания. На задней части цвет тоже такой более серый, чем на iPhone XR, если покупать смартфон в черном цвете. Заднее стекло сильно ляпается, в отличие от переднего. На переднем стекле такие ляпы не остаются, как на заднем. iPhone 11 выглядит чуть симпатичнее, чем iPhone XR, так как здесь яблочко теперь симметрично посередине, и оно более крупное. Знак сертификации убрали, его практически незаметно через камеру, но в принципе на дизайн это особо не влияет. А то, что здесь 2 камеры, это бросается в глаза. Двойная камера на задней стороне смотрится как на более новых устройствах, более дорогих моделях линейки 12 iPhone, 12 и 12 mini. Издалека, например, кто-то из ваших знакомых обратит внимание, какой у вас iPhone, вполне может подумать, что у вас модель именно 12 линейки. То есть смартфон выглядит уже как более дорогое устройство, в отличие от iPhone XR, у которого всего 1 камера, и это выглядит более бедно. Вторая причина, почему стоит купить именно iPhone 11, в отличие от iPhone XR, то, что здесь процессор более мощный, здесь установлен процессор Apple A13 Bionic. Здесь более разогнанная частота, но он работает также по 7 нанометрам. По энергоэффективности они абсолютно одинаковые, но зато этот процессор, он более мощный, и вантут он выдает 520 тысяч баллов, в то время как iPhone XR выдает всего лишь 420 тысяч баллов. Примерно на 20-25% он мощнее, соответственно, по обновлениям он будет более актуальный, как минимум на 1 год, а может быть даже на 2, так как здесь запас мощности больше, чем на iPhone XR. В итоге вторая причина – это то, что он по обновлениям более актуальный, благодаря процессору. А третья причина покупки iPhone 11 вместо iPhone XR – то, что здесь процессор более производительный. Запас мощности здесь больше для более требовательных игр и для приложений, которые требуют также больше. Четвертая причина, почему стоит купить iPhone 11 вместо iPhone XR, то если смотреть на показатель цифр, то здесь батарея на 3100 мА, а в iPhone XR батарея на 2900 с лишним миллиампер. Соответственно, у них разница в количестве миллиампер примерно на 5%. Так как здесь более емкая батарея, он должен держать заряд больше на 5%. Но в принципе это не ощущается. Так как здесь более емкая установлена батарея, это тоже причина покупки именно iPhone 11. Пятая причина купить именно iPhone 11 вместо iPhone XR, то что здесь камера лучше, как фронтальная камера. Она теперь стала передняя на 12 мегапикселей, в отличие от iPhone XR. Там была на 7 мегапикселей, точно такая же, примерно по качеству, как в iPhone 7 и 8. Так как здесь мегапикселей стало больше на переднюю фронтальную камеру, соответственно, фотографии и видео получаются более детализированные. По апертуре осталось все то же самое. Апертура 2.2, то есть это светосила. В темное время суток снимки и видео получаются примерно одинаковые по качеству. Помимо передней фронтальной камеры, также основная камера здесь есть дополнительно широкоугольная. Она на 12 мегапикселей с апертурой 2.4. Днем она снимает отлично, угол сверхширокий, поэтому помещается большое количество информации, картинка получается очень объемная. Камера, конечно, такая современный тренд, начиная с 2019 года. Порой эта камера действительно требуется. Широкоугольная камера работает без фокуса, что снимать видео, что фотографировать. Зато эта камера здесь есть, а в iPhone XR ее нету. Также в этом смартфоне есть ночной режим, в отличие от iPhone XR, в котором нет ночного режима. Может быть, это не так страшно, но здесь зато сделал фотографию, хоть это происходит довольно-таки долго, 6-7 секунд. И фотография уже готова, она получается светлее, чем на iPhone XR. Шестая причина, почему стоит купить именно iPhone 11, в отличие от iPhone XR, то, что здесь степень защиты от пыли и влаги IP68, а в iPhone XR IP67. То есть здесь степень защиты смартфона от попадания пыли и влаги выше. Соответственно, этот смартфон лучше защищен. Так как здесь IP стал 68, по качеству звучания звук мультимедийных динамиков стал более запертый, и соответственно звук стал не такой объемный, как в iPhone XR. Это всего 6 причин, почему стоит купить именно iPhone 11 вместо iPhone XR. Пишите в комментариях, стоит ли переплачивать от 5 до 10 тысяч и приобретать именно iPhone 11, в отличие от iPhone XR, либо сэкономить и взять iPhone XR. Как думаете вы? Пишите обязательно в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Perfect.